пахнет теплый день. И в этот день я спешу поздравить вас. У вас сегодня день рождения, так в добрый час. И стол накрыт давно, сегодня к вам придут друзья. Придут друзья друзей, которым все равно, к вам можно или к вам нельзя. И будет много выпито вина за праздничным столом. И мальчик у окна напьется пьян, в том не его вина, и он не хулиган, он просто с вами не знаком. Кто-то вдруг решит, что девочка напротив так мила, и он давно хотел такой, и чтоб беседу поддержать, она не станет возражать, но скоро ей домой бежать, и он махнет рукой, и будет много слов о дисках и джинсах, и о погоде в небесах. А на часах уж за полночь давно я опустел ваш дом. И за окном уже мерещится рассвет. Друзей уж нет, друзья ушли давно, лишь одиночество одно забыто вами на столе. Как будто пачка сигарет. Спешу поздравить вас. Спешу поздравить вас. Сегодня стали вы на целый год старей. Как играть песню группы «Машина времени» «День рождения»? Сразу небольшое вступление. Песня довольно необычная, она не квадратная. В ней куплеты, хоть и похожи друг на друга, но они всегда чуть-чуть чем-то отличаются. Поэтому написать какую-то одну таблицу с аккордами, по которым все куплеты от одного до последнего можно сыграть, не получится. Придется показать всю песню от начала до конца. Это вот такая тема с вариациями. Бардовский мюзикл, короче. Погнали. Сначала мы зажимаем аккорд G. Вступление, бабас и по всему аккорду. Потом такой ход. Это мы играем шестую струну на третьем ладу. Потом пятую открытую. Добиваем этим пальцем пятую на втором ладу. Снова открытую играем. И зажимаем вот такой аккорд. Он как G, но два басовых пальца на струну ниже. Все вместе звучит так. Потом можно такую штуку сыграть. Значит, как аккорд D, только на седьмом ладу. Потом вот такие вот штуки. Но по сути это низы аккордов. D, C, B и C. То есть если мы убираем верх аккорда, оставляем только нижние три струны, у нас вот получаются вот такие вещи.
Собственно, это тоже. Это верхушка аккорда G. Вот она целиком звучит так. Куплет пошел. Сегодня теплый день, и в этот день я хочу поздравить вас. У вас сегодня день рождения, так в добрый час. Повторяется. И стол накрыт давно. Сегодня к вам придут друзья, придут друзья друзей, которым все равно, к вам можно или к вам нельзя. И потом Д. И будет много выпито вина за праздничным столом. И мальчик у окна, держимся аккорд, напьется пьян. Там не его вина, и он не хулиган, он просто с вами не знаком. Здесь можно добавить еще раз проигрыш. Потом третий куплет. И кто-то вдруг решит, что девочка напротив так мила. И вот здесь необычно. И он давно хотел такой. В ми минор приходим. То есть, и он давно хотел такой. И чтоб беседу поддержать, она не станет возражать, но скоро ей домой бежать. Держим С. И он махнет рукой. И будет много слов о дисках и джинсах, и о погоде в небесах. И вот здесь после слова «небесах» у нас идет прям сильная интерлюдия, сильное отклонение в ми минор. И о погоде в небесах. Аккорд G дробь F диез. То есть мы играем низ от аккорда G, но в басу, вот на втором ладу, шестая струна. А на часах. Вот в этом месте я смотрел кавер и смотрел разбор, и очень многие люди в этом месте ставят ля минор. В этой песне нет ля минора, в этой вот песне всегда там ля септ, ля семь. А на часах уж за полночь давно я опустел ваш дом. И за окном мерещится рассвет. Друзей уж нет, друзья ушли давно, лишь одиночество одно забыто вами на столе, как будто пачка сигарет. Спешу поздравить вас, сегодня стали вы, и неожиданный минор, на целый год старей до минора. И кода на аккорды вступления можно попеть фальцетом. И вот добавлять на штуке. Которую мы играли в начале. Всем успехов!